полета в облаках конкретно является возможность возникновения иллюзий, так называемых. Довольно неприятное чувство, возникает полное недоверие своим ощущениям, вестибулярный аппарат буквально дурит. В этот момент необходимо полностью довериться приборам, восстановить свой режим полета, но если уж ситуация зашла далеко и все действительно плохо начинается, изменение режима полета, то воспользоваться режимом САУ, приведением горизонта, это поможет восстановить пространственную ориентировку.